Всем доброе утро, девочки мои дорогие, и мальчики тоже. Короче, у нас раннее утро, все еще спят, а я села пить чай. И сделала патчи. Вот эти вот, что вот у меня пришли последний раз. Они круглые, большие, но я сейчас вам постараюсь показать. Но я их разрезаю, и получается как два патча. Очень выгодно. Ладно, сейчас попью чай, и надо будет что-то кушать, варить. Кушать, варить. Пытаюсь патчи достать, чтобы вам показать, какие они. Такие вот патчи. Там они, видите, вот такие вот цельные, круглые, а посередине дырочка. И хорошенькие. Я их напополам вот так разрезаю. Два разреза делаю и накладываю. В принципе, нравится. Уже не первый раз заказываю, выгодно, удобно по утрам, чтобы глазки в чувство привести вообще. Окей. Ладно, дорогие мои, всем хорошего дня, хорошего настроения. Вы пишите, что сегодня будете варить, кушать. Там Машенька уже проснулась. Пишите, что будете кушать, варить. Ну, а мы сейчас пойдем с вами кушать, варить. Так, дорогие друзья, я почистила картошку и морковку. Сейчас будем варить супик. Вчера вот здесь вот достала мясо, курицу. Хочу сегодня сделать, запечь с картошкой еще в духовочке. Тут у меня ножки куриные, крылышки куриные. Будем запекать. Сейчас замариную это мясо. Так, здесь поставила вариться курицу. Будем варить супик. Так, девчули, варится у меня суп. Тут у меня уже закидана свежая и квашеная капуста. Я обжариваю зажарку. Готовим щи. Так, у меня закипел супик. Надо помешать его. Он густой, получился вкусный, наверное, будет. Ой. Еще поварится, потому что капуста тут свежая и квашеная. Я люблю, когда хорошо проварена капуста. Ну, а здесь у меня поставлены косточки свиные. Я поставила вариться. Пускай сварятся, бульон потом мне надо будет, я заморожу его для супа-пюре. Хочу суп-пюре на днях сварить. И вот делаю бульон для супа, короче говоря. Также замариновала. Вот здесь у меня свинина немножко замаринована. А вот здесь у меня курица замаринована. Сейчас еще картошку почищу, закину в курицу. Пускай тоже маринуется. А свинина как замаринуется, я еще немного ее обжарю. Потому что я хочу это потушить в духовке все с курицей и с картошкой. Должно, но свинина дольше всего готовится, поэтому я ее еще на сковородке обжарю. А сейчас пускай маринуется. Дорогие друзья, у нас время вечер, и на ужин я решила запечь курицу с мясом. Тут мясо курицы с картошкой и вот это вот обжарено немножко свинина. Так как свинина дольше готовится, поэтому я ее заранее еще немножко зажарила. Сейчас все это накрою фольгой и отправлю в духовку запекаться. Потом покажу все, что получилось. Я сейчас накрываю все фольгой и буду отправлять в духовку. Мариночка, иди, пожалуйста, туда. Сейчас я дочу все сделаю, а потом это. Просто не люблю, когда дети мешаются, сюда и на кухне. Маленькие я не люблю, когда мешаются. Так что вот так вот. Заправляем фольгой, тогда она лучше пропитается. После того, как оно немножко пожарится, а потом мы фольгу обязательно снимем. Напишите обязательно, что вы сегодня готовите на ужин. Так что вот так вот. Готовим ужин. Да ё-моё. Что-то фольга у меня плохая. Последний раз купила вот эту вот фикс-прайсе фольгу, и мне она очень не нравится. Она очень плохая. До этого я брала фольгу в фикс-прайсе. Хорошая была фольга. Но этой фирмы не было в этот раз. Поэтому взяла другую. И она, слушайте, вообще плохая. Кажется, и фольга бывает такой. Напишите, какой вы фирмы фольгу берете. И пергаментную бумагу. Нам не силиконовые коврики опять заказать, потому что у меня мой уже поизносился. Все. Отправляю в духовку. Заделала всю курицу с картошкой. Отправляю в духовку. Пусть запекаться. Девочки,
картошечка с мяском готова. Сейчас будем дегустировать. Тут курица и вот сверху вот эта вот свининка. Ай, какая вкуснятина. Напишите, вы любите вообще вот так вот запеченную курицу с картошкой, свининку с картошкой. Обязательно напишите. Ну, а мы сейчас пойдем кушать. Всем-то кушать. Всем приятного аппетита. Так, все, наложила всем кушать. Вот это вот моя порция, если немного, я не хочу, у меня что-то изжога уже третий день мает. Не могу прям, поэтому немножко. Остальным вот постолько, кто захочет себе еще добавить, так как на противне еще осталось. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот столько вот еще картошки с мясом осталось. Ну, кто захочет, потом себе добавит. Ладно, пойду деток кормить. Сажусь кушать картошку с курицы, которую только что пекли. Такой мини-мукбанг будет, ребят. Я понимаю, что многим не нравится. Но мукбанги, кстати, сейчас очень популярны. Очень много каналов с мукбангами. И очень хороший рейтинг у них идет. Курочка. Картошечка. Напишите обязательно, что вы кушали сегодня на ужин. У нас есть еще суп, есть салат, но что-то я ничего не хочу. Плюнула я, девочки, с диетами. Я поняла, почему у меня сильные головные боли были. Меня заносило, потому что я не то питание. Я привыкла есть большой порции, но раз-два в день. А тут я маленькими порциями ела. И тоже раз-два в день. И как получилось, голова кружилась. Свининка. Бери, кушай, Егора. Любую порцию бери. Ребятки, еще не кушали? Егорушка вот сейчас у меня только пришел кушать. Пока не хотят. Все бегают, прыгают, скачут. Это ты папе сделал с двумя ложками? Я себе только курицу положила, два кусочка. Ну, две косточки. И картошку. Сейчас еще кофе наведу, кофе попью. Так что вот такие вот, друзья, дорогие, дела у нас. Что хотела? Ваше тело, признавайся, не спеши. Соевый соус и кетчуп. Так, доставай. Там тебя видно не будет, там меня только видно. Ребенок упрямый, сам не хочет доставать. Соевый соус. Кетчуп, а где соевый соус, ты видишь? Вот он. Тебе кетчуп этот или другой? Берите любые порции, ешьте, если хотите. Друзья, напишите обязательно, чтобы интересно было посмотреть. Чего? Маша ждала, что мы будем вместе с ней мукбанг снимать. Но Маша занята все время. Все? Хорошо. Это, вот этот соевый соус у нас сколько уже месяцев? Месяца два. А так и так картошка соленая. Зачем ты еще соевый соус добавил? Я вообще то, что можно добавить. Он вкусный? Я вообще не понимаю ребенка. И она не настолько соленая. Да? Но мне как бы хватает соли. Но я, по сути, не люблю сильно соленое, поэтому мне хватает соли. Мне тоже хватает, просто еще хочу. Люблю курицу с картошкой, запеченной в духовке. Сегодня я запекаю картошку с курицей. Дети ничего путем есть не хотят, не знаю, что уже готовить. Вот честное слово. Напишите, что вы готовите. Сейчас у них, потому что как каникулы, и ничего они есть, потом не хотят.
И что ты каждый день придумываешь, что одно, то второе, то пятое, то десятое, и не знаешь, что приготовить. Мама, нет, Ваня, кушайте сейчас. Угу. Курица такая рассыпчатая получилась. Вкусненькая. Но я больше всю картошку люблю. А знаешь, что картошку много есть, это вредно? Зато как вкусно. Вкуснятина. Курица немножко для меня острая. Нет, она вкусная, но острая. А вот эти вот мякишки, они для меня слишком жевательные. Это свинина. Короче, вот такие вот дела, ребята. Ладно? Будем дальше продолжать кушать. Напишите, что вы вообще ваше любимое блюдо. Все, я поела. Всем, кто покушал, всем, кто был на этом видео, подписываемся, ставим лайки и остаемся с нами. Всем говорим пока-пока.